Второе утро, выехали. Машин прогулять. Нормуль. Походу дела, здесь на заднем приводе только. Силы нету. Да. Поехали дальше. Приключения искать. Не пенек? Да я его знает, вроде бы нет. Сейчас я его днищем аккуратно пощупаю. Ты проедешь? Давай это, Джастин, как можно выше заедь. Просто прямо. А теперь что? Что, тут проезжий не перекинешься? Ну спускайся-то вниз. Эту херню надо сломать. Ее сломать надо. Спускайся туда. Прям через елку переедь. Стой! Чё, бензопилу дома забыли? Не дома, а в машине. Теперь будем так. Неправильно, подожди. Подход. Давай. Еще дальше, тяни. Во, отломали елку. Смотри, тут камни, тут близко не есть. Вот и курик может проехать. Да. Не, езжай с этой елкой дальше. Не, проехать, да проехал бы. Вчера гену поцарапали. Туда ее вниз утащи прямо веревкой. О, снимай.
Снял? Да. Лесничий. Нормально, в дремучий лес заезжаем опять. Смотри, я это, я болотце нашел. Можно туарега туда загнать. Yeah. Твою мать. Опять выходим на эти высокие, опасные. А вон то дерево висит или нет, это другое? Я думал, возле него уже были. Это другое, другое. Мы к нему подъезжали. Нормально. Тут же вообще в другом месте мы стояли, а нет. Не, туда левее. Нас, да, туда да. Левее просто. Опять бревнышки. Оба, и что? Все? Пипец. Да ну нафиг. Так, патрульчик опять встал. Опять у нас елка. Я вот что думаю, мне кажется, оттащится. Да-да. Оттащится. Так, было принято решение, разворачиваемся. Зато елка, еще одна елка лежит. И не вариант всех елок в лесу поперетягать. Нет, тут, кажется, обрыв сильный. Ты там хотел, за тем пеньком. Ты хотел за тем пеньком заехать? Тут сильный обрыв, или? А, ну да, что ты на него не встал? Я-то ориентируюсь по этой. Пока давай! Ой, отлично! Развернулись. Давай тоже так попробуй! Сюда же! Вообще без проблем. Вообще. Не думал я. Что, тоже сюда? Да. Давай. Этот крокодил, наверное, подлиннее, неповоротливый. Вот все, сейчас давай, заворачивай. Заворачивай на всю. Выворачивай. Еще. Давай. Еще немного. Все. Давай, еще идет. Когда у пацанов прав нету, по зеркалам ездить не умеют.
Что там, пацаны? Собираются ехать или нет? Ну, сюда мы спускались, скользили. Сейчас посмотрим, как подниматься будем. Жопу в колею загнал. Давай еще раз получится. Так должно получиться. Что-то он включает и все. Падла, электроника. Оба, совсем в клюв упал. Сейчас, может быть, даже и пойдет по этой колее. Ни хера не хочет. Сзади, я смотрю, даже очка нету в заднем колесе, по ходу дела. Заднее колесо нормально спущено. Смотрим, что там патрульчик делает. Ну да, такую бы резину тварегу мы тут тоже рвало бы и металл. И куда поехал? Вот туда заедь опять. Да? Вот туда. И сюда просто мордой спустись. Саня там деревья харакири делает. Пилой. Он что-то за рубом заделался. Опа!
Тут не какашка хоть? Я поскользнулся. У нее вроде листья. Только снимаю, все. Бухаю. Я камераман. Лес убираю. Саня распилил. Ага. Саня распилил дерево, сейчас уберем. Хрю-хрю. Что-то это. А что два сразу? А я не видел, что ты два распилил. Ну это можно и подвинуть. Тебе прям... Давай. Тебе прям реально охота была, Саня, попилить, да? В трех местах распилил. Все, бросай так, Саня. Проедем. Ну что, лесовал? Лесоповал. Саня. Ты... Они у нас вещи, машина, а мы лес. Сань, ты где так научился деревья-то пилить? А? Магадан. Нет, там рубят. Там рубят. Тут какие-то вот ущелья нашли. Вообще классно, а? Блин, киданули меня здесь. А. Я вот один. Мне страшно. Во, круто. Вот это да. Что, уже ищут? Явно. Видишь? Вот он. А вон они. Нормально, тут дерево такое. Через дорогу. Вот сюда вчера надо. Не было, нет. Вчера не было. Надо, короче, сюда вон вагон притащить, тут жить. Да, тут сверху можно. Эту землянку сделать сверху, ее уже накидать. Но. Че, слабо? Толку, он наверх загнется и на раме сядет. Там на пузе повисит. Он на пузе повисит. Там камни, блядь. Вон туда надо забраться. Сейчас под эти камни он шипы пообрывает. Нихера он закапывает. Наверное, пора мне, наверное, за руль сесть. Тут-то, сука, блокировки не хватает. Но... конкретно. Вот так он не заедет. Нет, ему базу оставить, просто сделать. Короче, да. Чтобы сразу колеса в стенку упирался, и колеса уезжал. Да, был бы блок, уже дальше зашел. Так пора, наверное, говорю, мне сесть за руль. Вылезай! Вот это спуск, ребята. Вот это не по-детски.
Давай теперь отпускай, отпускай, отпускай его. О, нормально. Нет, еще не поднялось. Чё? Как сломали? Есть, есть. Выезжай туда. Да? Давай, давай. Туда выезжай. Нормально. Давай сюда. Вот так иди. Да нормально. Подкачать или не стоит? Нормально. Нормально. Ну, что по дорогам ездить? О, блядь, коряги снизу. А, не дай, не дай. Это такое не свежее. Нихера. Все, прохолы. Тут хотя бы ноги сухие останутся ходить. Оба нас все спустило полностью. Где? Давай качать его будем. Пока не спрыгнуло. Стой! Все, давай, доставай качать. Качай, пока не поздно. Она прям в повороте выпускает. Нет, ну это так она его все скинет. Да ну, еще один раз. Он еще целый. Не-не, она два раза. Уже два раза пшикала. Сейчас один раз. Ну давай тогда подкачай. Прежде чем она скинет его, потом она грязная будет, там чистить. Потом без взрыва тоже не обойдется. Придется взрывать его, чтобы она это обулась. А по грязи тоже не всегда функционирует. Но, там все, грязь. А? Тут красивые дорожки, а?
Короче, елка. Слезай, не получится. Сейчас к дереву прижмется. Там чуть дорога идет. Нифига тут дорогу выбрали. Зашел. Так что теперь ты знаешь, что на Вайнах где покупать надо. Резину. К700. Резину хватит. Да какой размер эти? 33. Проблема, знаешь, эти... Наверх. Не, машину уберите. Наверх заезжай! Мне как раз пройдет. Съезди, посмотри, что там сверху. Оба, поезда ездят. Саня, как спускаться будешь? Блин, я думал, этот патрол тут тяжело будет забираться. Но, Туарик, без, но... Туарик без пробуксовки зашел. Купец, он даже не буксовал, зашел туда. Как бы туарег бы заехал бы, но. Первый раз, где туарег не прошел, да? А просто уговорили его на трос сесть. Брось.
как уебешься там. Вот это дерево. Ни хера уносит. Уговорили Саню на трос сесть. Хватит, хватит. А что это за факт такой? Давай потихоньку. Дох, дох, дох. Во, перерыли, а.